Уважаемые коллеги, вы знаете, вот когда Александр Константинович попросил меня осветить вот эту тему, я так немножко удивился. Потом, когда стал готовить этот доклад, я вспомнил, что у меня был ролик с записью лапароскопической забрюшинной лимфоденэктомии как раз по поводу метастазов рака яичника. Но честно вам скажу, я хотел его так фрагментарно показать, но честно вам скажу, я его не нашел, потому что делал я его больше 10, я думаю, так лет 15 тому назад. Это я говорю к тому, что сразу вот начиная, у меня будет несколько субъективное, может быть, в какой-то степени изложение этой темы, потому что я на сегодняшний день отошел от лапароскопического доступа, но давайте посмотрим, все-таки имеет он право на существование или нет. И я бы разделил выполнение вот таких лапароскопических, роботоассистированных и открытых операций у больных с клинической первой стадии, когда мы делаем, ну скажем так, стадирующую, да, операцию, и у больных уже с клинической второй стадии. Ну, классическая работа, которую мы все знаем, Донахью еще в 90-м году была опубликована, которая показала, что действительно при клинической первой стадии, то есть в отсутствии визуализируемых параортальных метастазов при выполнении забрюшинной лимфодиссекции, мы выявляем эти метастазы у 30% больных. И вы видите, что у 11% больных, у которых во время операции лимфодиссекции метастазы не были выявлены, тем не менее потом развелись метастазы. Все больные с пораженными лимфоузлами получили адъювантную химиотерапию. И таким образом суммарная частота рецидивов составила всего заболевания, я имею в виду, рецидивов, прогрессии всего 14%. Лапароскопическая забрюшинная лимфоденэктомия при первой стадии, когда мы не имеем данных за увеличение параортальных лимфатических узлов. Достаточно, вы видите, большое наблюдение. 221 больной с несеменомными терминогенными опухолями яичка первой стадии. Достаточно большой, я бы сказал, процент конверсии, видите, 9%. И, обратите внимание, медиана числа удаленных лимфатических узлов 14. На мой взгляд, это, конечно, недостаточно для правильного стадирования, в данном случае, в первую очередь, опухолевого процесса. Метастазы были выявлены у 13% больных. У 14%, у 6,3% выявлены рецидивы, при этом у 4,2%, у которых метастазы не были выявлены в ходе этой операции забрюшинной лимфодиссекции, и у больных, у кого метастазы были выявлены, и которые были оставлены без адъювантной терапии, опять же, посмотрите, почти 30%, 27,3% частота рецидива заболевания. Вот публикация, которая, на мой взгляд, очень так интересно анализирует опыт выполнения лапароскопических забрюшинных лимфоденэктомий у больных с несеменомными герминогенными опухолями первой стадии в сравнении с открытыми операциями в различных клиниках. Вот в верхней части вы видите лапароскопические операции, здесь открытые. И мы с вами видим, время выполнения лапароскопических операций, оно несколько больше. Ну вот от 2 часов до 4, в среднем это 3,5 часа. Открытых операций в среднем все-таки около 3 часов. Тем не менее, частота осложнений после лапароскопических операций, видите, практически в 2 раза меньше, 15%, 33% после обычных лапаротомных забрюшинных лимфодиссекций. Процент конверсии при выполнении лапароскопического доступа не очень большой, меньше 4%. Но частота повторных операций тоже маленькая. И, конечно, одним из основных преимуществ лапароскопического доступа является снижение продолжительности госпитализации. Тоже вы видите в 2 раза по сравнению со стандартными лапаротомными лимфодиссекциями. Но, опять же, медиана количества удаленных лимфатических узлов только 14, а при обычном доступе, при лапаротомии 19 лимфатических узлов в среднем удалялось вот в этой достаточно большой серии наблюдений. Ну и несмотря на это, частота выявления метастазов в лимфоузлах при лапароскопическом доступе составила 25%, и практически такая же, 28,5% частота выявления метастазов
при лапаротомном подходе, лапаротомном доступе. То есть вы видите, что в принципе вот в этой серии наблюдений лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия, стадирующая, я повторяю, имеет в принципе хорошую такую эффективность. Частота рецидива болезни в забрюшинных лимфоузлах невелика и там, это меньше 1,5% при одном и при другом доступе. И вы видите, что повторные операции тоже проводились крайне редко. Ну а здесь показано уже как в одних и тех же руках вот сравнение выполнения лапароскопических и открытых операций в одной и той же клинике. Конечно, серии наблюдений не очень большие, но тем не менее мы можем увидеть, что примерно, скажем так, ну не то что одинаковые, но каких-то грубых различий в длительности операции нет, хотя вот в одной серии наблюдений намного, вы видите, дольше, почти 6 часов выполнялась лапароскопическая операция. Ну, очевидно, это при отработке этой методики. А опять же, разнонаправленные цифры по частоте возникновения осложнений, но в большинстве публикаций после лапароскопических операций процент осложнений все-таки несколько меньше. Ну и, конечно, везде меньше, как вы видите, длительность госпитализации пациентов при выполнении лапароскопических операций по сравнению со стандартной лимфодиссекцией. Поэтому у больных с первой клинической стадии, когда мы выполняем стадирующую или, скажем так, профилактическую лимфодиссекцию забрюшинную, она может быть выполнена как лапаротомным, так и лапароскопическим, в том числе робот-ассистированным доступом. Но, уважаемые коллеги, частота рецидивов заболеваний при проведении адъювантной химиотерапии после орфоникулэктомии крайне низкая. Показатели выживаемости при наблюдении с последующим сальважным лечением очень хорошие. Поэтому, конечно, сегодня методом выбора является рискоадаптированная терапия. Вы прекрасно знаете, наблюдение или один курс химиотерапии у больных без сосудистой инвазии ПТ1, или адъювантная химиотерапия у больных с опухолями ПТ2, ПТ4 или сосудистой инвазии. Поэтому забрюшинная лимфаденэктомия при первой клинической стадии, на мой взгляд, сегодня не должна применяться. Только у какого-то очень неограниченного контингента больных, которым или химиотерапия противопоказана, или которые категорически от нее отказываются. Только в этом случае тут лапароскопический доступ вполне, мне кажется, оправдан. Что касается выполнения уже забрюшинной лимфодиссекции у больных со второй клинической стадии при наличии метастазов в параортальных лимфатических узлах, здесь лапароскопический доступ тоже активно изучался. Вот одна из работ, где 67 больных оперированы лапароскопическим доступом у больных уже после проведенной химиотерапии с диаметром лимфоузлов больше 1 сантиметра. Медиана размера лимфоузлов, вы видите, 27 миллиметров. Время операции составило около 4 часов, среднее время, средняя продолжительность операции. Процент конверсии небольшой, 4,5%. И процент осложнений тоже небольшой, 4,5%. В одном только случае, это были третьей степени по клавиендо, вы видите, лимфокиста, потребующая дренирования. Ну и, конечно, период пребывания в стационаре тоже небольшой, вы видите, медиана госпитализации 3 дня. Медиана наблюдения не очень большая в этой публикации, но все больные 21 месяц оставались живы без признаков прогрессирования. Еще одна работа, в которой сравниваются характеристики лапароскопической и открытой, ну, лапаротомной лимфодиссекции у больных, опять же, второй клинической стадии после химиотерапии. Вы видите, время операции сопоставимо, нет различий, но после лапароскопических операций не выполняется дренирование брюшной полости, при открытых 3,5 дня стоял дренаж. Время госпитализации тоже, конечно, практически в 2 раза меньше при выполнении лапароскопического доступа. Частота осложнений значимо не различалась, когда тенденция была к снижению при выполнении лапароскопии. Ну, частота кровопотерь массивных, она тоже не различалась и была невысока. Безрецидивная общая выживаемость не различались, хотя, вы видите, несколько лучше были показатели при выполнении открытой лимфодиссекции забрюшинной. Роботический доступ, робот-ассистированные забрюшинные лимфаденэктомии, конечно, сегодня внедряются, изучаются. Вот публикация, где представлен опыт лечения 19 больных, но здесь больше тоже была первая стадия, не так много больных были второй стадии. Вы видите, продолжительность операции тоже почти 5 часов, все-таки достаточно длительная
медиана времени выполнения операции, но зато медиана периода госпитализации была около 1 дня, то есть достаточно быстро больные выписывались, практически на следующий день выписывались из стационара. У одного больного была травма интраоперационного мочеточника, которая была распознана и ликвидирована. Медиана числа удаленных лимфоузлов 19,5, медиана периода наблюдения около 50 месяцев. И вот в этой серии наблюдений ни у одного пациента не развелись рецидивы в забрюшинном пространстве. Вот в данной работе на основании опыта выполнения роботической лимфодиссекции забрюшины у больных опухолями яичка, у 47 пациентов опухолями яичка, было проведено сравнение с данными литературы о аналогичным операциям, выполненным лапароскопическим доступом и лапаротомным доступом. Мы с вами видим, что время выполнения все-таки несколько больше операции роботическим доступом, чем, например, открытой забрюшинной лимфодиссекции. И количество удаленных лимфатических узлов, оно больше, чем при лапароскопии, но, как видите, несколько меньше, чем большинство публикаций о открытой забрюшинной лимфодиссекции. При этом частота, например, таких осложнений, как кишечная непроходимость, была меньше при роботическом доступе, чем при лапаротомном доступе, но... Как вы видите, например, лимфорея массивная, ну так называемый хирезный асцит, вы видите, в этой серии публикаций наблюдался достаточно часто, по-видимому, из-за того, что не было дренирования брюшной полости, я так предполагаю. Ну и вот те публикации, одна из них вот здесь представлена, которые говорят, достаточно тревожные действительно, которые говорят о том, что после лапароскопических и, в частности, роботических операций могут возникать нетипичные рецидивы, нетипичное прогрессирование по локализации. Вот здесь 5 больных в этом центре проанализированы, у которых после выполнения роботассистированной забрюшинной анастомии возникли рецидивы. И посмотрите, только у одного в зоне лимфодиссекции, а у 4 была нетипичная локализация этих рецидивных метастазов. Например, параколярная клетчатка с инвазией в сигмовидную кишку, перитониальная диссеминация, метастазы печени, это большая редкость, и метастазы по ходу чревного ствола. Поэтому, говоря о том, какой доступ все-таки избрать у больных с клинической второй стадии, особенно после проведенной химиотерапии, потому что, как вы понимаете, до химиотерапии сегодня мы тоже все-таки забрюшинную лимфоденэктомию, наверное, в большинстве случаев не выполняем, то, конечно, стандартным доступом является лапаротомия. Лапароскопическая, в том числе роботассистированная забрюшинная лимфоденэктомия, может быть рекомендована у больных с клинической стадии 2А, то есть при небольших размерах лимфатических узлов, опять же, у больных, которым противопоказано химиотерапия, которая от нее категорически отказывается, и у больных после химиотерапии, но при небольших размерах остаточных лимфатических узлов, как правило, не больше 2-3 сантиметров. И опять, уважаемые коллеги, это, конечно, нужно делать только в крупных центрах, имеющих большой опыт лапароскопических вмешательств и высокий уровень экспертизы лечения герминогенных опухолей яички. Ну и позвольте в подтверждение этих слов привести вам выдержки из руководства Европейского общества урологов, которое мы так все любим, которое говорит о том, что лапароскопический роботассистированный забрюшинный лимфоденэктомия является воспроизводимой операцией, но не может быть рекомендована к выполнению вне центров с высоким уровнем экспертизы в области минимально-инвазивных хирургических технологий. И рекомендации NCCN этого года, которые еще более жестко говорят о том, что некоторые данные свидетельствуют о повышении частоты рецидивов нетипичных локализаций при выполнении лапароскопической роботассистированной забрюшинной лимфоденэктомии, поэтому данные варианты не рекомендованы как стандарт в настоящее время. Может быть, это чересчур категоричное заключение, но еще раз говорю, я вот потому и не нашел этот ролик, что отказался в последние годы от выполнения лапароскопических операций у этих больных. Спасибо.